за наши страдания, дорогая. В мире не найдется столько виски. Ширли, над чем ты сейчас работаешь? Пишу небольшую повесть. Называется «Не твое собачье дело». Нас пригласили остановиться здесь на пару дней. Пока не найдем жилье. Нас Ширли иногда находит. Я прочитала твой рассказ. Что ты здесь делаешь? Он показался мне возбуждающе жутким. Ты знаешь, каково это — хранить тайну? Что ты задумала? Эта девушка, как она тебе? Простовато и немного вульгарно. Но почему бы и нет? Ты мне нравишься, Рози. Я могу тебе доверять. Мы с тобой словно в шотландской пьесе. На грани безумия. Что же будет дальше? Я вижу, как вы переглядываетесь. Фрейд был бы в восторге. Даю тебе 3 секунды. 1, 2, 3. Ты все же посмел. И что же будет с твоей ненаглядной героиней? То же, что и со всеми заблудшими девушками. Они сходят с ума.